каркас готов и выровнен. И уже даже вот начал зашиваться листиками. Значит, как поставить лист в одиночку? Значит, помогают в этом две скобки. Вот такие вот. Вот. Вот такая. Ну и с другой стороны тоже. Она 1,26 м имеет в ширину. Значит, одна из них закрепляется сразу в районе подвеса, где-то там. На шурупы. Для чего на шурупы? Ну, зазором, чтобы лист туда пролез между ней профилем. 2,5 сантиметра где-то. Почему на шурупы? Чтобы она не ездила, когда вы лист на нее положите одним краем и будете двигать его вперед, чтобы она не уехала вместе с листом. Так вот, ну, лист-то поднять, наверное, каждый может. А что делается второй? Значит, подняли лист, всунули его туда вот этим краем, и у вас получается один край сейчас на весу. Так вот, вот этой штучкой цепляете просто его вот так вот. Зацепили здесь и зацепили тут. Все, он вот так вот сидит, и лист на нем просто лежит. То есть выглядит это вот так. Вот так. Даже если он не был прикручен сейчас, он просто на них лежит. И вы можете его двигать вперед-назад, вправо-влево, пока точно не встанет. Ну и все, потом прикручиваете. Вот пока, в принципе, все.